Среди присутствовавших в Хабаровске на психологических опытах Вольфа Мессинга было немало тех, кто скептически относился к экспериментатору. В самом деле, разве может человек, вот так вот, держа другого за руку, угадывать все его пожелания? Опыты с разными людьми доказали, может. Вот одно из труднейших заданий – найти ручку, спрятанную в зале в отсутствие Вольфа Мессинга. Сверхъестественные силы, а глубоко обоснованный научный подход и развитые природные данные позволили Вольфу Мессингу стать феноменом, имя которого знает вся страна.